Варят пиво по рецепту бабушек, готовят шурбе и ждут гостей из соседних сел. Так в Синьялах отмечают День деревни. Он приходится на день Петра и Павла. День Петра и Павла, или просто Петров день, раньше в народе называли днем последних хороводов. Дальше было не до веселья. Начиналась тяжелая работа, сенокос и жатва. Но в Петров день молодежь могла гулять в хороводах до зари. По большим праздникам летом в Синьялах вспоминают эту традицию. Это праздник всех этих деревень местного назначения. Мы ждем этот праздник целый год. Готовимся, прибираемся, избы моем, огороды все в грядке порядок приводим. Пиво заранее готовим, пироги, хупло, традиционные угощения. И ждем гостей. В этот день собираются гости из всех деревень, потому что потом мы к ним. Кроме того, что вспоминают старые традиции, в Синьялах формируют новые. Так в этом году в День деревни открыли отремонтированную дорогу до деревни Ильбеша. Ну, эта дорога построена за счет районного бюджета, включая там федеральные республиканские деньги. Общая сумма ремонта составила 6 100 000 ремонта дороги. Закончился праздник хорошей приметой. Собрались тучи и пошел дождь. А значит, в этом году синьяльцы могут ждать хорошего урожая. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Андрей Шоклев. Республика.